В Египте боевики обстреляли автобус с коптами. В результате атаки погибли как минимум 28 человек. Среди них много детей. Еще 24 жителя получили ранения. Нападение произошло в провинции Эль-Минья. Это в 220 километрах от Каира. Автобус с верующими направлялся в один из монастырей. В последнее время, к слову, в Египте участились нападения на коптов. В начале апреля боевики ТИГИЛ устроили взрывы в церквях Танты и Александрии. Тогда погибли более 40 человек. А после теракта власти Египта объявили в стране режим ЧП на 3 месяца.